Всем привет! С вами Ирина. Хочу показать вам вот эту вот орхидеюшку сёгу. Это растение пришло в первой нашей поставке, и эта растюшечка была одна из пострадавших. У нее подмерзли листики, поэтому листики верхние, которые они просто, вы видите, уже засохли, просто отвалились. Вот один листик пришел чуть-чуть, пришлось немножечко подрезать, но как бы в целом листик я, скажем так, спасла. То есть я его не удалила полностью, но на краешке было пятнышко, и мне нужно было его срезать. Я думаю, что вы помните, я вам показывала фотографию, как это растение пришло с маленьким цветоносиком. Вот такой вот был крошечный-крошечный цветоносик. А теперь, ребят, пам-парарам, посмотрите, какой он большой, какой он классный. Я его ничем абсолютно не подпираю, ни к чему не привязываю, ничего-ничего не делаю. Просто пусть себе растет, как хочет. То есть я этой растюшечке даю полную свободу действий. Мы растем себе, выгинаемся, тянемся к свету, как нам удобно. Как нам нравится, так мы и растем. Вот такая вот у нас растюшечка, уже по чуть-чуть сейчас вот будет формироваться, уже скоро бутончики. Вот, и ждем, ребят, цветения. Мне очень интересно, будет ли все-таки он такой действительно каскадный, такой длинный цветонос, как мы с вами видим на многочисленных фотографиях. Так что пока что наблюдаем. В данный момент мы выглядим вот таким вот образом. И дальше я буду вам показывать и рассказывать, какие у нас изменения происходят и куда тянется наш цветонос и насколько он вырастет большим. Ну, а я буду с вами прощаться. Спасибо всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки и до новых встреч. Пока-пока!